Надежда, в основе любой благотворительности, говорят некоторые специалисты, лежит желание помочь себе, а не ближнему. Вот как вы думаете, с точки зрения помощи людям, которые попали в сложную ситуацию, и в таком большом количестве желающих помочь этим людям, может быть, тоже лежат вот такие вот цели? Ну, хочется, конечно, видеть. Ты не можешь помочь другому, если ты сам находишься, например, в той или иной точке боли. Поэтому всегда потребность человека помочь, да, это еще и потребность действительно быть ценным и важным для самого себя, да, и для общества. И это, мне кажется, нормально такое желание, потому что если, например, вы не разгребли какие-то свои собственные задачи, проблемы, да, то вы в это время не думаете о ком-то другом. Вы думаете, как бы вам, да, себя накормить, напоить, одеть и обуть. А вот если вы уже в состоянии это сделать, да, то есть вот сложно оказывать помощь, находясь в дефицитарном состоянии. А вот если вы уже находитесь в состоянии, ну, как бы благополучия какого-то определенного, то почему бы не помогать тем, кто в этом нуждается? С наступлением холодов в Кирове начал курсировать автобус «Милосердие». Раз в неделю бездомным развозят еду и теплые вещи. Организатор акции – Кировский социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства. Но кроме госучреждений, бездомным у нас в городе помогают и волонтеры, и благотворительные организации. Людей, оставшихся на улице или попавших в сложную ситуацию, не только кормят, поят, но и всячески пытаются вернуть к нормальной жизни. Насколько это вообще возможно, обсудим сегодня. У нас в гостях директор центра «Бомж» Владимир Змеев. Владимир Змеев, директор Кировского комплексного социального центра по оказанию помощи лицам без определенного места жительства и занятий. И психолог Надежда Бушмелева. Здравствуйте. Надежда Бушмелева, практикующий психолог, сотрудник автономной некоммерческой организации взаимодействия, преподаватель кафедры психологии и педагогики в МГИ. Всем здравствуйте. На прошлой неделе я ездила к человеку, который 9 лет живет в сарае, в холодном. И при этом он не бездомный, у него есть прописка, у него есть трудовая книжка, мама, которая живет в квартире благоустроенной. Вот скажите, пожалуйста, Владимир, вы помогаете таким людям? Мы помогаем любой категории граждан, которая нуждается в этой помощи. То есть, в принципе, отсутствие, значит, регистрации, отсутствие жилья не является основным критерием, что мы человеку помогаем. Если человек находится в трудной жизненной ситуации, мы готовы ему помочь абсолютно любому. Каким образом помогаете? Ну, здесь вот еще один момент, то, что человек сам должен обратиться за этой помощью, то есть навязывать ее как-либо мы не считаем нужным, и это неправильно. То есть человек нуждается в помощи, он за ней обращается, мы ее оказываем. Помощь может быть оказана различная, то есть это от элементарного пункта обогрева, то есть человек погреется, покушает, получит консультацию о тех социальных услугах, той помощи, которую могут оказать как наши учреждения, так и другие учреждения социального обслуживания. Мы можем предоставить одежду, мы можем помочь восстановить документы. Значит, если человек имеет признаки инвалидности, но при этом документов подтверждающих не имеет, мы готовы помочь ему, значит, установить эту группу инвалидности, то есть пройти вот эту процедуру и получить документ, подтверждающий его, значит, уже инвалидность. Ну, а поскольку вы государственное учреждение, у вас нет никаких планов там? Вам не говорят, что-то в этом году у вас мало вот людей, которым вы оказали помощь? То есть нет? У нас же любит государство ставить планы. Госзадание как таковое, конечно, у нас есть. Все-таки мы сейчас работаем по госзаданию. И, в принципе, оно установлено на том уровне, который, в принципе, у нас ежегодно и придерживается. То есть у нас чуть более 1000 человек обращаются за различными мерами социальной помощи именно в наш центр. В год? В год, да. Несколько более 1000 человек, то есть там варьируется цифра от 1050, там даже до 1500. Откуда такие цифры? Кто их взял? Посчитали бездомных или каким образом? Нет, почему? Просто это люди приходят. То есть мы ведем учет тех граждан, которые к нам приходят. Мы все равно учитываем те услуги, которые мы оказали. И вот такая цифра получается. Но это не значит, что этот человек именно у нас проживал. Проживает меньше, конечно, количество людей. У нас центр рассчитан на одновременное пребывание до 50 человек. И, естественно, значит, в год там выходит там 200-250 человек, но никак не 1000. А 1000 это уже с теми, кто приходит просто проконсультироваться, кого мы направляем, другие организации, кого направляем медицинские учреждения, ну и решаем другие проблемы, которые у человека возникают.
Но какие-то ограничения есть, что вот человек пришел, а все, у вас уже нет ни средств, ничего нет? Или условия какие-то, оказания помощи? Нет, такого, в принципе, не бывает. Конечно, бывают моменты, когда мы не сможем принять человека на полустационарное обслуживание, то есть у нас вот заполнены все эти 50 койко-мест, и принять нового человека мы не можем, но мы работаем сразу же с другими организациями, в первую очередь с благотворительными организациями, и так, чтобы просто вытолкнуть человека на улицу из-за того, что у нас нет каких-то ресурсов, такого не бывает. Если он пьяный пришел? Вот если пьяный, это практически чуть ли не единственное условие, которое является табу для нас. То есть, конечно, пьяный человек, с моей точки зрения, это не тот человек, который нуждается в помощи именно социальных служб. Наверное, какие-то другие службы ему должны помогать. Может, правоохранительные органы, медицинские, значит, организации, но никак не социальная служба. Мы работаем с трезвыми людьми, у нас находятся нормальные трезвые люди, у нас сотрудники не подготовлены для того, чтобы работать, нет вообще никаких условий для того, чтобы работать с пьяными людьми. Но и даже в этой ситуации это не значит, что человек пришел в 30-градусный мороз пьяный, мы его просто выставили и ждем, когда он кто-то там где-то замерзнет. В этом случае мы, безусловно, вызовем и сотрудников полиции, и вызываем скорую помощь. То есть в любом случае, хотя бы в таком плане, помощь будет оказана. Надежда, занимаетесь ли вы помощью бездомным? И как вы считаете, зачем вообще люди это делают? У нас сейчас много достаточно в городе волонтеров, которые этим занимаются. Ну, наша организация тоже занимается. Если есть такой запрос, то, конечно, специалисты и юристы, и психологи. Да, ну, вот, если тут, например, есть возможность предоставить койку место, то вот наша организация... Нет, конечно, да, в основном юридическая и психологическая помощь. Но психологическая помощь, она чаще всего с такой категорией людей работает... Я бы так сказала, не так эффективно, как хотелось бы. Потому Почему? Что одно из условий – это человек должен сам обратиться, опять-таки, за помощью психологической. И чаще всего люди без определенного места жительства, они не находят ничего особенного в том, что они здесь живут. Так живут, таким образом жизнь живут. Они считают, что многие прям так и говорят, виноваты все, государство, там, мама, которая там выгнала, там, брат, который продал там квартиру, там, не знаю, жена, которая вдруг по какой-то причине лишила его там квадратных метров, кто угодно виноват, но только не он сам. И таких запросов вот, с точки зрения психологической помощи от людей без места жительства бывает крайне редко. А у нас, знаете, сейчас вот есть волонтеры, которые развозят еду, и они говорят, что как раз на такие какие-то встречи берут с собой психологов, и они пытаются разговаривать. Вообще есть смысл брать психолога вот в такое место, где раздают? Психолога всегда есть смысл брать, потому что иногда даже человек, если мы не будем ставить сверхзадачу, что всех людей, которые сейчас без места жительства, да, мы вдруг начинаем там работать над целеполаганием, там, над воспитанием там волевых каких-то факторов, да, а хотя бы просто даже психоэмоциональное состояние, да, почему вот мы до эфира разговаривали, почему общество не бездействует, почему общество всячески включено в этот процесс, да, потому что мы же с вами прекрасно понимаем, что эти люди, они сейчас вроде бы как бы социально такие встроенные, да, пусть мы их там накормили, напоили, может быть, даже где-то оказали медицинскую помощь, да, если мы этого не делаем, то что у нас в итоге получается, да, это может вырасти преступность, да, это, хотя и говорят, что в России люди без места жительства, они более такие спокойные, да, они там стараются никого особо сильно не трогать, но тем не менее мы же с вами, например, наблюдаем даже, вот, можно было бы сюда пригласить правоохранительные органы, что у нас с повышением холодов, да, начинаются всевозможные мелкие грабежи, еще что-то, люди, которые не могли куда-то там обратиться за помощью, да, они просчитывают даже такую стратегию, что сейчас я совершу вот это правонарушение. Меня и тут посадят на несколько месяцев. Суток, ну или суток, там, да, где помоют обязательно, трехразовое питание. Вот этот человек осень-зиму там пребывает, а весна и лето опять может оказаться на свободе и чувствовать себя абсолютно свободным человеком. Именно так они чаще всего себя называют. Владимир, кто основной контингент людей, которые к вам попадают? Кто они? Мужчины, женщины в процентном, может быть, соотношении? Какого возраста? Ну, подавляющее большинство – это мужчины. Мужчины от 40 до где-то 60-65, даже 70 лет. Женщины – это единицы. Значит, и женщины в основном более преклонного возраста, хотя и молодые бывают. И основной контингент – это лица, освободившиеся из учреждений уголовно-исполнительной системы.
Вот, лица, которые утратили во время отбывания наказания свои родственные и социальные связи, значит, это, к сожалению, выпускники детских домов, очень большое количество, и большое количество людей, которые, значит, где-то там проживали в отдаленных там районах, в отдаленных деревнях, и, значит, в итоге остались там одни, брошенные. И вот так получилось, что больше деваться некуда, родственников нет, электричество отрубили, и вроде все, уже деваться некуда, эти люди к нам приходят. То есть, ну, категорий очень много, на самом деле очень много. Вот, есть образованные истории. Люди, которые действительно, может быть, там, не знаю, хорошая работа была у них, или таких мало? Нет, так, ну, конечно, таких немного. Значит, но есть. Но есть, да. Есть. Были у нас и бизнесмены, у нас были и сотрудники правоохранительных органов, капитаны подводники, капитан первого ранга. Значит, были у нас и руководители известных учреждений города Кирова, которые вследствие определенных причин вот скатились до такой жизни. Разные абсолютно категории. Были до такой степени успешные бизнесмены, что там чуть ли там не с президентами некоторых государств дружили, почетными гражданами каких-то там республик являются, например, Абхазии был у нас такой гражданин. Вот. Ну вот так жизнь сложилась, что вынужден был обратиться к нам за помощью. Но все-таки у вас стоит глобальная цель изменить жизнь этих людей? Или такой цели нет? Цель только накормить и помочь здесь и сейчас? Основная задача – это, конечно же, устроить человека в дальнейшей жизни, чтобы он смог жить самостоятельно. Временно вот эта помощь в виде предоставления ночлега, в виде предоставления питания и одежды, она, конечно, решает проблему на какой-то момент. Наша задача все-таки пристроить человека таким образом, чтобы он в дальнейшем в нашей помощи не нуждался. Если человек немощный, мы его устраиваем в дом-интернат. Если у человека есть где-то далеко родственники, мы стараемся этих родственников найти и эти отношения восстановить, чтобы человека забрали в семью. Если этот человек трудоспособный, мы стараемся его трудоустроить. Ну, конечно, это очень сложный вопрос. Вот особенно трудоустройство нашей категории граждан – это очень сложный вопрос. Здесь, во-первых, есть и само отторжение от гражданина. Все равно вот он уже раз перестал системно трудиться. Не хотят, да, работать? Ну, многие не хотят работать, будем откровенно говорить, да. И плюс, конечно, очень такое настороженное, даже негативное отношение со стороны потенциальных работодателей, потому что, ну, не каждый готов сейчас доверить вот таким гражданам дорогостоящую там технику, оборудование, потому что сейчас что ни коснись, везде материальные ценности. Ну и плюс ко всему, смотрите, если, например, человек уже не один год ведет такой образ жизни, да, там мы с вами все равно понимаем с точки зрения биологического и психологического, да, фактора, происходят определенные деградационные процессы, да, и они, например, сложнее обучаются, да, например, даже коснись вот этой же техники, проблемы с когнитивной сферой, да, то есть внимание, память, выстраивание коммуникации, это же все требует определенных усилий, да, психологических. А вот правильно сказали, что чаще всего это люди, которые страдают той или иной, например, формой зависимости. Да, и мы с вами понимаем, что чем дольше они страдают, тем больше результат налицо в буквальном смысле слова. Поэтому и еще у этой категории граждан, у них, вот если мы будем, например, классифицировать, да, у них есть определенные, например, мы, что скрывать, да, часто понимаем, что если, например, при дополнительном медицинском обследовании, это люди могут быть, например, с какими-нибудь психическими отклонениями, да, это люди могут быть, например, вот этими же с химическими зависимостями, или же люди, у которых, например, изначально был, как бы было девиантное поведение, вот они оказались там, например, за решеткой, они вернулись, и у них потеряны все социальные связи, и чтобы их выстроить, наладить, это как бы время требуется, да, и не каждый сам себе дает этого времени, да, не каждый даже делает какие-либо попытки. По исследованиям, да, я, когда готовилась к вашей программе, я видела, что примерно, если человек ведет подобный образ жизни более 1,5-3 лет, да, то еще есть шанс каким-либо образом повлиять то на него. То есть менее 1,5-3? Да, менее 1,5-3 лет, да, но вот все, что больше 3, это уже, ну, как бы практически должно быть какой-то чудо. То есть, да? А у нас с вами волшебной палочки нет, как вы знаете. Сейчас нам нужно ненадолго прерваться, после перерыва продолжим обсуждение.
Это Журсовет, и мы продолжаем. Сегодня мы обсуждаем тему бездомных и как они готовятся к зиме. У нас в гостях директор Кировского социального центра по оказанию помощи лицам без определенного места жительства Владимир Змеев и психолог Надежда Пушмелева. До ухода на перерыв вы, Владимир, говорили о том, что ваша глобальная задача — вернуть все-таки человека к жизни. А все-таки есть примеры положительные и... Вы говорите, что вы все-таки ведете статистику, да, каждый год там примерно 1000 человек. Это какой процент одних и тех же людей из года в год повторяется? Ну, процент достаточно большой. Например, из тех, кто получает услуги в форме полустационара, к нам возвращается, наверное, процентов 20 повторно, потому что вот так случилось, что они получали наши услуги, вроде были пристроены куда-то, но не сложилось, и люди снова возвращаются к нам. Вплоть до того, что у нас такая пошла тенденция, интересно, что мы даже людей, которых направляем в дома-интернаты, они почему-то снова к нам возвращаются, из домов-интернатов уходят и говорят, мы хотим жить у вас. Хотя там условия намного лучше, значит, гораздо интереснее и приятнее жить в доме-интернате, чем в нашем центре помощи лицам бомж. Но тем не менее, такая категория людей есть, вот процентов, наверное, 20 все-таки приходят повторно. А сколько человек может находиться у вас? Ну, я уже говорил, 50 человек у нас одновременно. Нет, а сколько по продолжительности? Месяц, по времени вы имеете в виду? По времени, значит, у нас до полгода, полугода. В отдельных случаях, когда есть необходимость, до одного года продлевается программа. То есть сейчас это все делается через Министерство социального развития, есть индивидуальная программа оказания, и как только эта программа исчерпана, мы с человеком расстаемся. Если же проблема не решена, мы продлеваем срок пребывания у нас до решения проблемы. А у вас какая-то там жесткая дисциплина, да? Ну, я бы не сказал, что прям такая она жесткая, но главное правило я уже озвучил, то, что мы не принимаем людей и не работаем с людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения, но это не значит, что человек, который к нам поступил, и, например, он где-то там за пределами нашего учреждения спиртное употребил и вернулся, но не скандалит, значит, не ведет себя как-то там неадекватно, что мы его прям не пустим. Но мы проведем профилактическую беседу, мы стараемся все-таки человека убедить, работаем как на примерах других проживающих, потому что у нас действительно много людей, которые употребляли беспробудно спиртное, но находясь у нас, прекратили. И все-таки жизнь у них в лучшую сторону меняется. Ну, если вот эти увещевания все не помогают, вынуждены расставаться с этим человеком, потому что мы, еще раз говорю, даже в целях безопасности наших клиентов и наших сотрудников мы не можем... Но вы все-таки не ответили на главный вопрос. Есть такие люди, которых действительно удалось вернуть к нормальной конечно, жизни? Конечно, конечно. Иначе бы сколько этих людей? Было бы бессмысленно работа нашего учреждения. Таких людей очень много. Ну, во-первых, начнем с того, что те пенсионеры, люди, которые имеют проблемы с самообслуживанием, они направляются в дома-интернаты. То есть они, в принципе, там могут находиться уже пожизненно. Это несколько десятков человек ежегодно мы направляем туда. Значит, человек 20-30 мы устраиваем, значит, на работу. 2-3. А вы потом как-то с ними продолжаете общаться, да, отслеживать? Да, я вам скажу больше, даже некоторые наши бывшие получатели социальных услуг в дальнейшем к нам приходят и пытаются оказать помощь, но не пытаются, а оказывают помощь нашему центру. Вот у нас женщина была, очень такой яркий тоже пример, она работала... тоже по нашей рекомендации устроилась на работу в областную больницу и сейчас, значит, уже имеет собственное жилье и время от времени помогает, значит, нашим постояльцам, приносит, значит, одежду. Ну, она знает то, что нам необходимо, она приносит это и передает для наших нуждающихся. А что вам необходимо? Ну, продукты питания, которые не требуют особых условий хранения. То есть, значит, любой желающий может привезти к вам? Любой желающий может нам принести годные к употреблению вещи. Это теплая одежда, это обувь, это белье. Значит, предметы личной гигиены, зубная паста, зубные щетки, туалетная бумага. Мы все это готовы принять для того, чтобы и нашим получателям соцуслуг это передать, и в рамках акции «Автобус милосердия» передать нуждающимся, которые получают услуги на улице. Ну и продукты питания, как я вам сказал, которые не требуют особых условий хранения. То есть, как правило, это консервы, это крупа, значит, продукты быстрого приготовления. Вот эти продукты мы готовы принять. Когда и куда приносить можно все это? Значит, улица Сплавная, 29. Это район Вересняков. У нас круглосуточно работает администратор. Абсолютно в любое время, какое вам удобно, пожалуйста, приносите. Администратор все примет. И можете быть уверены, что эти вещи и продукты будут переданы по назначению. А со мной еще перед программой связались тоже волонтеры. Очень просили озвучить информацию. Если у вас, для кировчан, если у вас есть желание помогать бездомным, едой тоже присоединяться просят. Группа ВКонтакте называется «Одиноких.нет».
помощь бездомным людям. Вот хотелось еще поговорить про благотворительные фонды. Мы с вами немножечко еще до эфира начали это обсуждать. Благотворительные фонды разные тоже есть, да, которые этим занимаются, и некоторые из них направлены на то, чтобы человека на работу, да, устроить практически, наверное, за бесплатно в ответ на там, какую-то реабилитацию. Вы как к этому относитесь? Ну, я не совсем положительно отношусь к тому, что все-таки человека как-то используют в каких-то, с моей точки зрения, корыстных целях, но надо понимать, что без таких фондов тоже не обойтись, потому что приобщение к труду, ну, это тоже возвращение человека в социум, без труда это, в принципе, невозможно. И эти фонды тоже не существуют на какие-то там благотворительные деньги, им надо на что-то снимать жилье, приобретать для них, значит, продукты питания. Ну, естественно, значит, используют в том числе и тех реабилитантов, которые в этих центрах находятся, для того, чтобы вот эти уставные задачи решить. Но надо отметить, что у нас есть масса фондов, которые готовы помогать просто безвозмездно, не требуя ничего взамен. В частности, вот фонд имени Иоанна Богослова, мы с ними давно уже сотрудничаем, и в зимний период они абсолютно бесплатно предоставляют горячее питание нуждающимся на улице, мы им в этом помогаем. Они помогают нашему центру по решению многих вопросов, в том числе, например, к нам часто обращаются граждане, которые следуют из одного города в другой, но вот так вот получилось, что оказались в городе Кирове, значит, уехать дальше не могут. У нас, к сожалению, нет денежных средств для оплаты, для приобретения билетов, мы обращаемся благотворителям, и люди просто помогают. Поэтому сказать, что вот эти фонды, которые используют граждан, которые им помогают для каких-то работ, что они плохие, мы, конечно, тоже не можем. Другое дело, что там были там организации, не самые лицеприятные такие, которые просто уже явно рабский труд использовали, но, слава богу, значит, правоохранители ими занялись, и там уже есть и осужденные люди. То есть сейчас в Кирове вот таких нет? Ну, сейчас в Кирове я таких не знаю. Во всяком случае, сейчас все работают официально, помогают, и помогают в том числе и нам, и без них, наверное, пока не обойтись. Как у нас общество еще относится к таким людям? Ну, во-первых, общество заинтересовано в том, чтобы эти люди были, ну, не создавали этому самому обществу проблемы. Да? Угу. Поэтому, наверное, вот у нас есть такие организации на государственном уровне, волонтерские, потому что мы понимаем, что если мы на эту проблему закрываем глаза, то в итоге нам будет страшно заходить в подъезд, например, в котором живет, поселился бомж, да? Или вообще передвигаться по ночному городу. Следовательно, вот по этим же уже причинам, да, эти организации созданы, и мы всячески пытаемся помогать этим людям. Но вот когда вот вы сейчас говорили про то, что люди, мы вам помогли и хотели бы, чтобы вы, например, ну, хотя бы посильную какую-то работу оказали, там, да, если вы можете держать лопату и там метелку, то почему бы не прибраться в этом подъезде там, или в этом дворе, да? Но ведь психология людей, которые уже несколько лет подряд привыкли к тому, что они ни за что не несут ответственность, они не особо сильно отвечают даже за свою собственную эту жизнь, что тут есть государственные программы, тут есть волонтеры, которые накормят и напоят, которые тебя оденут, да, они говорят, что нет мотивации, мне абсолютно, кажется, да, то есть меняться и идти какой-то другой жизни, да, вы мне все должны. Очень часто, когда общаешься с этими людьми, они, я еще раз повторю, они обвиняют кого угодно, начиная там с царя гороха и заканчивая там, да, своих каких-то родственников, и при этом ничего не хотят сами менять. Это же не посильно, говорят они. Зачем это? Если вот ботинки, посмотрите, какие хорошие ботинки достались там, да? А вы же понимаете, вы взрослые люди, вам для того, чтобы купить себе ботинки, одеть себя и свою семью, вам надо трудиться, вам надо изо дня в день предпринимать какие-то усилия, да, для того, чтобы, например, накормить себя. А они себя, эту ответственность полностью сняли. Это сейчас не с точки зрения там, осуждения или не осуждения. Так да? Не помогать, да. Или что вы хотите сказать? Нет, помогать, я объясняю, почему мы помогаем с вами, да, но в то же время мы с вами понимаем, что вот этот образ жизни, он не случился в один какой-то день, раз по щелчку. Человек к этому образу жизни шел длительный период,
Понимаете, там, например, ну вот тоже есть целая классификация, каким образом люди, или же изучают, каким образом люди пришли вот к такому образу жизни. Кто-то, например, там, да, родители таким образом воспитывали, что там безволевое да, существование было, там, например, у этого мальчика или этой девочки, там никак не могли, социопатия, да, никак не могли встроить их, там, например, в учебный процесс, там, да, потом в трудовой процесс, потом какое-то правонарушение оказалось, например, за... там, в тюрьме, да, потом вернулся, а, например, там родители умерли, да, в это время, смотрите, ведь если, например, читать дальше литературу, то вы увидите, что, например, в мегаполисах за такими, образно говоря, неудачниками, да, у которых есть, например, квартиры в Москве были, квартиры в Москве, в Питере, там, в Перми, да, в Нижнем Новгороде и в Кирове, да, были целые системы, которые спаивали людей, чтобы они оказывались вот без определенного места жительства, да, чтобы там документы подписать. То есть у каждого человека будет своя история, как он оказался в такой. И вот в этот период, да, то есть вот мы сейчас с вами по факту уже помогаем. Вот он без места жительства, да, вот он без еды, без работы, без всего. И мы вот, чтобы он не был для нас социально опасен, мы его накормим, напоим, если надо, полечим, да. Но когда он шел ко всему этому, где мы с вами были? Да, вот этот период тоже очень-очень важен, но мы его не рассматриваем сейчас. Мы его рассматриваем, может, с точки зрения там, педагогики и психологии, чтобы, там, да, чтобы где-то там, написать статью, там, где-то там, провести встречу, где-то увидеть вот этих ребят, которые потенциально могут, да, потом, например, сначала начинать заниматься бродяжничеством, потом оказаться в такой жизненной ситуации. Владимир, у нас время заканчивается. Последний вопрос. Скоро откроются пункты обогрева в Кирове. Да? Можете рассказать, пожалуйста, где они будут, каким адресам? Пункты обогрева откроются, значит, с 1 ноября. Наш центр на Слоной 29 будет принимать еще раньше. То есть мы смотрим по погодным условиям. И откроются не только в городе Кирове, но и во всех районах Кировской области при центрах социального обслуживания. В городе Кирове, значит, у нас будут открыты пункты обогрева по Клубной 19, Карла Маркса 20 и наша Сплавная 29. По районам области, значит, у нас будет работать круглосуточный телефон 22-71-24. И любому желающему наши специалисты объяснят, в каком районном центре, куда можно обратиться, чтобы получить помощь в пункте обогрева. Что включает в себя помощь в этом пункте обогрева? Человек может просто зайти, попить чаю, просто посидеть да. несколько минут или что? Значит, человек может зайти, попить чай, получить консультацию, получить при необходимости теплую одежду, получить медицинскую помощь при необходимости. Время пребывания в пункте обогрева в среднем рассчитано на 2 часа, но если этому человеку будет недостаточно этого времени, его можно продлить. Но надо понимать, что все-таки это по режиму работы именно пункта обогрева, то есть в ночное время, конечно, эти услуги оказываться не будут. Когда же все-таки начнется у нас праздничные дни, например, новогодние праздники, длительный период, то эти пункты обогрева будут работать и в праздничные дни. То есть работает только днем, ночью не работает? Ночью не работают. Вот ночью мы как раз с волонтерами работаем в этом плане. В городе Кирове в прошлом году уже начала работать палатка обогрева. В этом году я надеюсь, что мы снова сможем это все организовать. Но не мы, а вот те волонтеры. Мы там участвуем в качестве тоже консультантов, не более того. Спасибо вам большое, что нашли время, пришли сегодня к нам. Я напомню, что у нас в гостях были директор Кировского центра «Бомж» Владимир Змеев и психолог Надежда Бушмелева. До свидания. Всего доброго. Спасибо. Где вот та грань, где, как вы считаете, по вашему мнению, нужно помогать, а чего делать, может быть, не надо по отношению к бездомным? Ну, всегда обязательно нужно задать вопрос, насколько тот или иной человек, который, например, сейчас в данной ситуации находится перед тобой, в состоянии сам себе оказать какую-то помощь. Все будет зависеть от самого человека. Мы не можем с вами насильственно причинять помощь, если он об этом не просит, да, то только на уровне вот накормили, одели, обули, показали, как можно.